Здравствуйте, меня зовут Мария, и я очень хочу сказать большое спасибо компании «Алиам» и лично Дмитрию Кузнецову. Ну, вот в такой способ записал это видео. Я бы хотела их поблагодарить и поделиться с вами своей историей. Историей отношения с коллекторами. Как и многие из нас, мы все закредитованы и имеем даже не один кредит. Но случаются разные ситуации в жизни, и бывает такое, что наступает момент, когда ты не можешь выполнять обязательства по кредиту. Вот у меня случилась такая вот ситуация. Когда я обратилась в банк, мне, конечно же, навстречу не пошли. Они предложили мне какую-то странную реструктуризацию, которая увеличивала мою ежемесячную выплату в несколько раз. То есть как-то все странно. И, естественно, конечно, я не могла оплачивать кредит, и на меня очень круто начали наезжать коллектора. Это психологический прессинг, звонки по ночам, и я отчаялась, просто искренне вам говорю, отчаялась и начала в интернете искать какой-то выход, может быть, советы других таких же пострадавших, как я. И когда я занималась этими поисками на YouTube-канале, я увидела интервью Дмитрия Кузнецова с такими коллекторами. Что я вам хочу сказать? Человек настолько грамотно и юридически подкован и говорил такие какие-то простые, правильные вещи, что коллектор просто оппонировать не мог. И я поняла, что мне нужно срочно обратиться именно в эту компанию. Дмитрий Кузнецов, он представлял компанию «Алиам». И, найдя их в интернете, я, конечно же, им позвонила и приехала навстречу. Мы заключили договор на целый год. Обслуживание в этой компании стоит 11 тысяч рублей. Это та сумма, которую я могу вполне себе позволить. Компания, в ней работают юристы очень грамотные, которые взяли полностью на себя все мои проблемы. То есть сейчас юридически я полностью защищена. Если какие-то поступают звонки, они автоматически переключаются на компанию и с этими коллекторами, или кто-то звонит из банка, общаются уже непосредственно юристы. Мы заключили контракт на один год. В контракте написано, что гарантия у меня пожизненная. Если спустя год ко мне снова начнут приходить коллектора, приходить какие-то письма с угрозами, компания снова бесплатно возьмет на себя обязательства по моей юридической защите. Что я вам хочу сказать? Это гораздо выгоднее, чем общаться с банками. Мы не все можем владеть юридическими терминами. Многие из нас не знают, как это делать. Для этого есть вот такие грамотные специалисты. Если у вас случилась такая вот проблема, напишите, позвоните в «Алиам». Дмитрий Кузнецов, он всегда приходит на встречу, на беседу. Замечательная команда, они делают нужное дело. Я всем рекомендую и очень им благодарна. Спасибо вам, «Алиам».